В каждой многодетной семье ты увидишь вот такой списочек. Да-да, для школы. Огромный списочек. Не хочу я на день. Взяли обливаловки, игру слова, настольные игры. И вот такую игру. Да, лото. А еще что взяли? А, ну все. Вот. Зашли в мир игрушек. Мама. Телефончик. Классная игрушка, смотри. Я хочу. Я хочу. Все, всем надо. Какого размера, да? Игрушки. Мама, четыре мота. Вот красивая. Здесь цвета. Милые домики. Ну, какая хорошая. Пошел гитару. Мама, я делаю вот так. Для гантели с водой. Ой, какой смешной пупс на коне. Пупсу. На. Такого лего. Какие прикольные рюкзачки есть. Такой. Для малышей. Такой хороший. Пингвиненок, мишка. Такими уголочками симпатичными. Белочка. Кажется, это белочка. Да. А папа говорит, спиннеры классные. Так, игрушка 299 стоит. Ой, чу-чу-чу-чу. Ничего себе, какая игрушка. Миллиончик, который на пульте управления, стоит 600. Какую-то цыпу нашел. Что за цыпу тебе? Подарок останутся фото. Коинма. Это мягкий такой на ощупь вообще. Ой, Владик. Владик змею нашел. Вот такой. Что это? Двигается у него. Вау. Прикольно. Что у тебя? Такие собачки еще есть. Но на ощупь такие приятные, они мягкие. Вот это удивительно. Ой, такой прикольный. Это что еще? Каких только нет игрушек. Собачка. Это бедная корова, жмет им ее. Лежит целыми днями на диване, ему не видно. Смотри, какая рыбочка. А цена 57, например, вот это стоит. Что прикольно, вы же рыбки можете. А мне вот это понравилось, смотри. Как натурально. Муха. Мама живая, это муха. Это я уже снимаю. Да. Это что, улиточка? Эмбриончик у нас, да, был. Вместо кровати детской. У нас все дети лежали. До года. До года у нас лежали все в таких, да, детях. Где-то, ну, все 8 человек. Да, 8 лет. 8. Ну, наполнение какое. Интересная рыбка, такой цвет. На. Цена стоит вот такая большая и две маленькие. 283. По 290. Вот это самое. Гадко ты нашел. Вот это да. Доконструировал раньше из палочек и резиночек. Сам делал рогатки, представляете, а сейчас продают. А мы раньше находили деревья, ломали вот такие. Такая резинка была, жгут. Бали в аптеках, я помню. Находили кожаный ремешок, делали, завязывали, такая рогатка. Мы камни искали, такие камни. И по стеклам. Ты били. Что? Вот такие были ненормальные. Какой-то опасный. А потом убегали, нас ловили и били. Все, я сейчас убегу от тебя. Какой ты взял? Пулемет. Ничего это себе! Вот это водяной, что ли? Да, это водяной, когда набиваешь большой. Прикольно. Все, все, нашли. Цены ей нет. О, получается, смотри. Зачем? Что-то он не очень. Мастер-класс показывает папа. Ух ты, смотри, у папы получается. Прикольно. Вот, смотри. Пазлы. Это пазлы. Там внутри пазлы находятся. Игрушка такая.
Вот это да. 3D. Это я люблю. Слышишь, тут и шашки, и нарды. Класс! И нарды, представляешь? Я так хотела вот это, чтобы шахматы и шашки были. Класс! Вот это хорошее. А почем она, интересно? 300. Нормально, чё? Обучение пошло. Папа учит сына. Чё там у тебя? Покажи мне. Что это? Это такое, кидаешь, пи, и он возвращается. Цвет интересный, кубика, золотистый. Каких только нету. Мальчишками, вот этими мальчишками. Им надо пистолеты, арбалеты и больше ничего. Вот. Что они? Вот, пожалуйста. Что это такое? Что это? Вот это. Все. Что там у тебя? Смотри, что он нашел. У него свой инструмент. Ба, что только не придумают, а? На, держи. Это вот так кидаешь, и он возвращается. Он не возвращается. А вот смотри, молоток. Еще не хватало, что мы сейчас молоток будем покупать игрушечный. Разная вещь, телескоп, смотреть на звезды. Шпионские эти. У них шпионские устройства. Набор шпигуна, представляешь? Больше их интересует. Набор шпигуна. Вау, как он большой. Смотри. Сколько? 1650. Папа, смотри, он стоит. Смотри, как он большой. Он реально большой. Посмотри, еще какой. А это вообще одевается. Смотри, одежда. Вот это тоже. Вот бластер и сам робот. Да. Интересно. Вот, смотри, какие машинки. А здесь будет управление, наверное. А вот там еще. О, вот какая машинка. Это же реальные точки. Он открывается, а потом дверь открывается. Смотри, мама. Смотри, это же реальные точки. Смотри, я дверь открыл. Давай. Сейчас теперь. Ну, даже машинки такие. Вот и все тело. Начинается констовары. Вот. Для тетради обложки нашла. Я взял уже бумагу. По 12. Бумагу нашла и обложки. Пропись одну взял. Угу. Взяли цветную бумагу. Такие люблю цвета, конечно. А, пропись, чтобы наши занимались прописью. Две тетрадки. Или получше вариант для нашей семьи. Сразу же 100 штук. Более тонкие они там. Здесь если 100. Микро. Книга 12 месяцев. Смотрите, размер ее. Это что? Животные тут какие-то, да? Это... Ничего себе. Это весна, походу, или лето. Прикольно. Вау, зима. Это зимушка, зима. Каток красивый, да? Вот этот гадыш, видишь, кто это, допустим, животное? А, кто там живет? Для маленьких. Лютый, февраль. Короче, играешь и задаешь ему вопросы. Что ты видишь тут на картине? Это весна пошла. Березин. Да. Смотри, мама. Что происходит у нас весною? Это что растет, кто просыпается? Кто где гуляет? А это что у нас? Май. Май. О, красота. Люблю такую погоду. Это уже лето пошло. О, это наше время. Июнь. Кушают там, мед июль. Делают. Медок. О, отдыхает на пляже, смотри. Класс. У нас август. Да, о, влюбленные там в августе цветочки дарят. Красота. Сентябрь пошел. Все, сентябрь, похолодание пошло. Желтый. Все, оранжевое. Октябрь. Вот оранжевое. А, вот октябрь. Дожди пошли. И декабрь. И опять возвращаемся к зиме. Вот так это пролетают наши года. Мама, здесь книжка интересная. Раскладка. Еще книжка здесь, раскладка смотри. Называется. Смотри здесь. Вот еще да. Белка вот. Эти побежали.
Эть, бегаем. Полезное, что должно висеть в каждом доме. Это карта. Папочки взяли для этих тетрадок, удобно, чтобы они не портились. Ну, для малышей взяли вот такую. Смотри. Без украшки. И взяли мы шаденники, это дневники, за 6 гривен, да? Такие симпатичные. И обложка такая хорошая, кстати. Космическую размалёвку взял. Василин по 23. Ну, нормально, что. Себе папочку нашел. И они почем у нас? По 15 стоит. Вот тёмный не возьму. На кнопочках. По 10. Тетрадки в линеечку. 48 листов стоит 20. О, какая прикольная вообще. Давай возьмем. Очень удобно, кстати. Берем тетрадки. Вот это самые дешевые тетрадки. Нашли в клеточку. Так, ищем в косую линейку и в такую линейку. Ну, сколько? Набрали. Все же надо упаковать. Аккуратненько положить. Набрали тетради. И карандаши самые дешевые по 12 штук. Вот они стоят. Одна штука. И карандаши по 18. Такие взяли. Так, гуашь, 8 штук. Гуашь штуки 3 возьми. Еще вот такие красочки у нас. Самые дешевые взяли пачечку. И резиночки. Вот штук. Точилочка, очень сильно люблю. Крепится к столу и ушел. Пилочки по 5. Кулит, что почем давай? По 21. 21. Потом вот такой взял для взрослых, это для детей. Ну, еще один такой возьму для детей. Ага. Да. Да, это очень когда будет классно. Вечки. Набрали. Ножнички тоже хорошие. Ну, 3. Взяли, дед. Классная касса. У нас товары тут набрали. Даже скидочку нам сделали. Корзинка наша. У нас товаров. Все наши эти товары. На 8 человек на школу. Набрали на 4000 для 8 10. Человек. Вот так. Такие миленькие. Сели так в рядочек. Свет снимает на камеру, стоит 799. Или вот такой маленький свет. Тоже ставишь телефон. Это стоит вот 499. Одна штучка. Стоит с другой стороны. Раз, прижал. Стоит такая прелесть. Вот. В будущем купим. Парка стоит 1749. Нам надо такую. На 1000 килограмм. Нам надо. Это и взбивалка, и мясорубка. Ого. Все в одном, да? А это вот так нажимаешь, и оно так... Это прелесть, 3000 стоит. Вот так нажимаешь, и оно так... Мясорубка просто чем хороша, ты мясо покупаешь, да. И лук, луком, с луком с луком соединяешь, да. И чесночком. Да. Смотри, смотрим, сколько я вешу. По-настоящему сколько вешу? 79. Я хочу 75. Еще чуть-чуть, да? Да. Свесит 80. Да 80, что ты говоришь? Ходит папа благодаря корсету. Да, без него не корсета ходит. Корсета не было, я бы он уже держит. Упал бы где-нибудь. Упал. Нет, не упал. Хватит, вот а? Меня держит уж палочка. Вы не знали? Мальчишки в шоке. Первый раз видят. Фиварочка. Почем она посмотрит? Вот это 2 стоит. Вот это еще лучше 10. 3, вот это 10. Это... А ты сюда вот так вот вставляешь, а так джик, и он тебе капает. Да, вот, да вот было время, что у нас было такое. Да. Да. Тостеры у нас почем? Вот этот 499. Вот, это... вот этот большущий 699. Это учится на... Это вот так ты делаешь? Что, это ты вот так ложишь? Он меньше получается, да? Он за 1000 стоит. Что ж такой термопотик есть? 799. А это что, вафли делать? 149. Гри. Какая красавица. Кстати, 849. Да. Та 1000 стоила.
Вот это самое, если честно, хорошее, это вот это вот. Ага. Нет, или вот это вот мать. Нет, это не то. Тоже. Не то. А вот это. Ну, это сам... самое хорошее. Она такая смешная. В этой шляпе я такая смешная. Ну, такая прикольная шляпочка. Угу. Казанчик такой большой. 1699. Так, сахарница и сольница. Сколько почем они стоят? 30 гривен. Оп, открыл. Ну, как раз. Очень недавно. Оп, закрыл. Новенькие. Там мало сахара. Так, мама тут, оказывается, такая. Эй, прикольно. Ну, да, вот это девчонку так же. Да. Лимон выжимать. Вот, а лимон это вот так делаешь, так сок. Ну, столько стоит. Железо, конечно, лучше. Такая тоже лимон выжимает. 42 стоит. А если вот такая, 30. А такая пластмасса, вот такая легкая, она стоит 68. Цветов. Такая вазочка. 310 стоит. Мама, как будто бы жвачка. А сейчас. 375. Шарики, шарики. И за 1 гривну 18. Шарики, марики. Смешарики. Мы находимся в Ашане. Констовары тоже есть, но мы уже набрали в другом месте. И каучук. Раньше был маленький, сейчас вот такой крупный. Сначала я хотела купить пончик такой, но потом я ананас купила. Смотрите, какой мягкий. Ничего себе. Рюкзачок такой. Мне нравится, на ощупь приятно. Рюкзак. Мы смотрим, рядом портфель висит. Стоит он, вот. И мы думаем, что там ты находится. Видишь? Открываем. А там... О, там ручки, резинки, все уже готово. Карандаши. Хорошая цена, кстати. Сзади уже все подготовлено. Это вместо моего. Мой вот уже это не разорвался. Да. Не надо взять. Надо до два надо взять. Тут смотрим. Тут у нас, видишь, три ручки. Все, есть уже. Открываем следующий. Что там? Где там следующий? Следующий открываем. Тут у нас оп. Карандаши ого. Цветные. Открываем третий. Смотри. Фломастеры. Как ты хотел. Классно. Вот это пенал. Хорошая цена вообще. Стал гулять по Ашану, можно полежать. Вот другой рюкзак, такой же нашли по 199. Так, с таким же этим пеналом. Вообще класс придумано. Он счастлив, потому что он очень хотел пить. Он говорит, ура, наконец-таки мы дошли до пить. Когда долго гуляешь, хочется пить. И что же, они выберут. Они гранат хотели. Гранат, помнишь? А я хочу магнит. Гранат. По 20. У меня любители граната. По 18. Какую хочешь. Оп. Папа берет пробу с граната. А я буду трубочкой пить. Ах ты какой. У тебя есть трубочка? Вкусно? Не пойдет? Другую берем. Это была шутка, ребята. Мы все равно его покупаем, не боитесь. Пончики с полуницей. Да. Все проголодались. О, с каким аппетитом вы кушаете их. Ты. Как вкусно. Вообще супер. И резиновые шлёпочки стоят 66. Спрашивают, когда мы это купим? Не знаю. 1250 стоит такая красота. Это 1800. Это мой размерчик. Это мой размерчик. А вот это мой размерчик. Детский. Вау. 850. Этот 1300 стоит. Вафли скейт 3500. Где эти вафли? 3500. 3500. Покажите мне эти вафли. Где эти вафли? Все что угодно, но я не вижу вафли.
Вот эти кончик. Там скейт написано. А не кончик. Не знаю. Слимы. Вот такая. Одна вафелька стоит 3,59. Вот такие спортивки. 129. Морская обувь, сандали. 359 стоит. Такая интересная паста стоит 32,50. Хочешь медовую, хочешь как уголь, хочешь кокос, лайм есть. А это что такое? Снижение чувствительности. Да, какое прекрасное мыло. Вот стоит 16. Что ты тут? Это крем какой-то. Нет, тронцовый крем. Зубная паста, что ли, такая? Угу. Я думаю... Это маска для волос. Стоит 99. Вот. Это шампунь написано, мы взяли маску. Что это? Это все какое-то китайское. Орешки всякие. Да. Штучки какие-то непонятные. Здесь вот такое. Это что такое? Это лимон и еще что-то. Здесь клубника. Вот это что-то жужжаба какая-то, что это такое? Крабы. Это за... О, это алоэ. Папа там что-то тоже нашел. Какие-то чипсы нашел. Покласти вот. Чипсы в разогретую масло. А что, и готовить надо? Да. Ничего себе. Эти орешки. И сколько такое стоит? А вот написано 50 долларов. Вот так интересно. Помидор. О, улитка, Боб. Еще что-то. Какая-то, как соус. Пюре. А, вот написано пюре с хурми. Вот. Обязательно нужно взять смородину. Такой сырок 9 гривен. Он бесплатно такой привозит. Да. Такая аппетитная курочка. Нам. Люблю курочки. 109. Салатики. 554. 189. Потихоньку, потихонечку все собирается. Персики, лысые, волосатые, яблоки, апельсины, бананы, огурцы. Стоит такая колбаса 79. И сардельки стоят 76. Сосисочки. Сиськи вот один. Колбаса 59 стоит. Вау. Что, 5 гривен стоит? Да не, а, вот. 2, это 22 вот это стоит. 55 гривен. А, вот это тоже 22. Вот такая халва. Да, Вениамин очень любит халву. И вот это берите. Не, он с рисунком, посмотри. Смотрите, сколько продуктов мы набрали. На нашу большую семью. 31. Здесь столько вафель. Нет. Только не это. Мир шоколадный конфет. Это трюфель. Какой же он вкусный. Шоколадные трюфели у нас получилось. Сколько? 59. Везешь или помочь? Сам ты? Ну ладно. И жир. 35. Два пакета, иди принеси. О, как красиво. Часы сочетаются с твоим мороженым. Это мороженое? Да. Всем будет мороженое. Всем по одному. Сумма получилась у нас 5000.
сегодня мы оторвались от души. И констовары, и продукты. В магазинке констоваров и продуктов общая сумма получилась 10 тысяч. Да, давно мы так не отоваривались, конечно. Мы набрали столько всего, столько радости у нас, и мы так счастливо едем домой. Вот такое вкусное мороженое. Открываешь, там вот так еще покрыто. Ну, у меня шоколад. И потом вот такая вкуснятина. У нее шоколадный, а вот это у нас клубничный. Ну, еще ложка идет. А как открывать его? Вот смотри. А вот. Зажимаешь вот так вот сильно. Там внутри ложечка. Вот это она была прицеплена, эта ложечка. А, посмотри, как бач. Угу. А вот это как открывается, вот это вот. Как ты оторвал? Ты зачем мне нажал? Ты мне испортил все. Кажется, специально тут штучка есть, которую ты вынимаешь. Было помято, а смотрите, как оно красиво выглядит. Я сейчас аккуратно открыла Венеру. Чего, вкуснятина? Вот такое вкусное мороженое. И я уже до дна дошла, а там, говорит, начинка внизу. У меня тоже мороженое, начинка. Мороженое, конечно, вообще вкуснятина. Вашему вниманию представляю разборка канцтоваров. И всем очень хочется. Ух ты. Домольник. В общем, это, дорогие мои, йо-йо, который надо вот так вот закручивать, а потом его вот так вот бросать, раскручивать. Но мы с вами в данный момент смотрим на канцтовары. А папа продолжает его вот так крутить. Ему все равно, что мы хотим там. И все хотят попробовать. Вот смотрите. Вы что, мороженое не напробовали? А можно так его попробовать? Я только хочу попробовать. Вот ты же пробовал уже. Ну давайте, попробуйте те, кто не пробовал. Ты же у тебя все время что-то не пробовал. Поехали. О, получается оригинально. Разукрашки. Это у нас... Размалевочка. Еще. Смотри, Мария. Вот. Всякие пробуешь. Красота. Что, ты довольна? Смотри, как он открывается, круто. Смотри, да? Можно, смотри, можно вот так рисовать. Как да. Хочешь, как можно тебе вот удобно. В следующий раз. Тебе микрофон купили, пой. Что там? Это все красиво, это все тетрадки. Клип, вот эти буквы, которые дети оттопыривают. Это игра, которую папа купил. Все на пол падает у нас. Помощники мои. Вот такой мешочек. И туда мы сейчас складываем все буквы. Такой у нас эрудит. Тут столько всего написано. Будем играть. Штучки такие. Для каждого игрока, 5 игроков, может быть. Вот так складываешь буквы для себя. Потом поиграем. Что Вениамин сидит и вот рисует свои тачки. Смотрите, как красиво. Я все рассматриваю, все. Вообще супер. Вау. Потом...